Приветствую вас, друзья, зрители моего канала. Сегодня мы продолжаем обзоры монет. И у нас на очереди монета Венгрии номиналом в 50 форинтов. Металл монеты медно-никелевый сплав. Тираж 36 985 тысяч штук. Диаметр 27,4 мм. Толщина этой монеты 1,7 мм, вес 7,6 грамма. Гурт монеты гладкий, валюта венгерский форинт, ориентация сторон медальная. Художники, которые участвовали в разработке дизайна монеты, это Иштван Коса и Иштван Бартос. Период чекана этих монет с 1992 по 2011. Итак, на аверсе монеты мы видим изображение балабана. Это вид хищных птиц семейства соколиных, сидящий на пеньке. Такая вот чудесная птица, довольно крупная. Круговая надпись о принадлежности монеты к Венгерской республике и, соответственно, внизу дата 1995 год. И бисерное оформление кругового ободка вдоль гурта. А сейчас обратимся к реверсу монеты. Реверс монеты, как мы видим, выглядит проще. Здесь крупное обозначение номинала 50, причем пятерка больше, чем 0. И снизу надпись форинт, а еще ниже две буквы Б и П, обозначение монетного двора. И также бисерное оформление вдоль гурта монетного кружка. Вот такая замечательная монета. Довольно крупная. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.